Готовность образовательных учреждений к новому учебному году обсудили на рабочем совещании в администрации Северского района. Текущие ремонты в организациях уже завершили. На эти цели из местного бюджета выделено 5,5 миллионов рублей. Ежегодно проводят и капитальные ремонты. В этом году обновили 21 учреждение. На эти цели выделили более 60 миллионов рублей. Острым остается вопрос переполненности школ и детских садов. С учетом того, что наше население прибывает, и прибывает значительно, за последние 4 года, еще 4 года назад, количество обучающихся в общеобразовательных организациях составляло чуть более 12 тысяч. Сегодня это уже более 15 тысяч. И подобная ситуация переуплотнения, она, конечно, заставляет нас работать в определенном режиме по общеобразовательным организациям. Для разгрузки образовательных учреждений в Афипском строят начальную школу на 400 мест и готовятся возвести новый детский сад. В планах и крупная школа на 1000 мест. Обсудили выявление и недопущение нецелевого использования земельных участков на территории поселений. Часто на таких участках возникают нелегальные постройки, возведенные без соблюдения технических норм и правил безопасности. А это уже прямая угроза жизни и здоровью людей. В области муниципального контроля на регулярной основе проводится мониторинг использования земельных участков в соответствии с их целевым назначением, в том числе при содействии сотрудников администрации сельских поселений. Главы поселений отчитались о работе по наведению санитарного порядка и благоустройству. Обсудили текущую задолженность предприятий района за услуги ЖКХ.